Вот эта кисулька появилась возле одного супермаркета где-то пару лет назад, первый раз. Как это часто бывает, сидят возле магазина, супермаркетов и ждут еду. Тут что-то написано даже. 11.04.08. Ну так вот. И она сидела, сидела, сидела каждый день на посту, а потом вдруг она, и видно было, что она беременна, и она, видимо, котята родила и исчезла напрочь. Потом осень, зима и так далее, ее нет. На второй год опять та же самая история. И только, по-моему, на третий год ее наконец кто-то хороший стерилизовал. Теперь она сидит, вот сейчас декабрь, и она продолжает сидеть, никуда не исчезает. И вот ей навалили здесь еды, вон там еще еды. И она уже не ест практически ее. Мои бы коты душу продали за нее.